Уважаемые жители Макеевки, Центрально-городского района, поселка Бажаново, сегодня у нас знаменательное событие для территориальной общины города. Мы открываем еще одно обновленное единый центр почтовой связи, отделение номер 19, и именно на вашем поселке. И вот так вот. Ура! Я забираю себе на память. Сегодня, 29 августа, в Центрально-городском районе Макеевки государственным предприятием «Почта Донбасса» был открыт новый единый центр связи. Работала в этом отделении с 1977 года. Ушла на заслуженный пенсионный. В 2009 году. Это мой родной коллектив. Сейчас, конечно, по сравнению с тем, как я тут работала, это не передать, я волнение, естественно. По сравнению, работали мы дружно, я волнуюсь, и мне как-то и больно, и... Ну, радостно, и больно. Радостно, больно за прошлые года, что мы работали, потолок падал нам. А теперь по сравнению это. Ну я и желаю этому коллективу работать от души, добросовестно, качественно, как положено. Сегодня мы открываем единый центр связи в Макеевке, в Центрально-городском районе. Это отделение связи Макеевка 19, который находится на шахте Бажаново. Это 7-й единый центр связи в городе Макеевке. Ближайшие планы у нас входят буквально через неделю. Мы приглашаем вас на открытие единого центра связи в городе Енакиево, Енакиево 20. И в дальнейшем мы планируем по всем городам республики открыть минимум один, а больше единых центров связи. Это 7-й единый центр связи в городе Макеевке. Это 18-й единый центр связи в республике. А в Макеевке мы отремонтировали уже 7 единых центров связи, также мы сделали Макеевку 15, это 8-е отделение почтовой связи. И еще до конца года мы сделаем Макеевку 25. Это будет 9-е отделение почтовой связи, которое мы отремонтировали в городе Макеев. Всего у нас в Макеевке 39 отделений, и 9 отделений будет сделано до конца текущего года. Почти 18 тысяч макеевчан, среди которых более 2 тысяч пенсионного возраста и около 70 с ограниченными возможностями, получат в полном объеме доступ к почтовым услугам, а также к совершенно новым сервисам связи в отделении обновленного формата по адресу улица Ярошенко, 15. Сегодня вместе с Министерством связи, с жителями поселка Бажаново мы открыли новый единый центр связи, почтовой связи на территории микрорайона Бажаново в Центрально-городском районе города Макеевки. Это очень значимое событие для общины города Макеевки, Центрально-городского района, потому что вот почтам у нас ранее было немножко другое отношение, и они все были в захудалом состоянии. Сюда было заходить не очень приятно. Сегодня это современный дизайн, современный ремонт, и люди с удовольствием заходят, светло. Есть места операционистов. Все услуги связи, которые осуществляет Почта Донбасса, сегодня здесь будут представлены. Новые виды телекоммуникационных услуг. Поэтому милости просим, пожалуйста, можете посмотреть, убедиться сами. Прием всех видов платежей, включая коммунальные, почтовые переводы, почтовые отправления по территории ДНР, ЛНР и Российской Федерации, подписка на республиканские и зарубежные издания, курьерская доставка, доставка грузов из РФ, доставка товаров из интернет-магазинов РФ и дальнего зарубежья. Продажа стартовых пакетов и карточек пополнения счета республиканского оператора связи «Феникс», замена и восстановление сим-карт «Феникс», продажа товаров народного потребления и товаров собственной марки «Почта Донбасса»,
а также индивидуальные консультации и выбор оптимального варианта подключения домашнего интернета и фиксированной телефонии – это далеко не полный перечень услуг современной связи и коммуникаций, которые гарантированно предоставляют все отделения государственного предприятия «Почта Донбасса», в том числе и открыты сегодня в Макеевке.